Так, на разблокировке у нас Realme 7 Pro или 7 Plus, как он там правильно называется, от ФРП. Последняя политика безопасности. В общем, подсоединяемся к Wi-Fi. Я уже это сделала. Потом возвращаемся заново на первоначальный экран настройки. Нажимаем специальные возможности, включаем их. Включаем TalkBack. Функция TalkBack включена. Рисун букву L наоборот. Представляем TalkBack. Представляем TalkBack. Страница 1 из 5. TalkBack — это программа чтения с экрана. Разрешить приложению специальные возможности для Android. Используйте голосовые команды. Использовать голосовые команды. Google Assistant. Google. Отмена. Открыть YouTube. Результаты по запросу отмена. Открыть YouTube. Открыть YouTube. Открываю приложение YouTube. Аккаунт. Так, можно уже TalkBack выключить. Зажимаем две клавиши громкости. Чтобы использовать сервис TalkBack, включить кнопку. Функция TalkBack отключена. Здесь выбираем Яндекс. Заходим в настройки. В настройках нам нужно делать следующее. Так. Заходим в дополнительные настройки. Специальные возможности. Меню специальных возможностей. И вот здесь ярлык включаем. Окей. У нас получается, появляется человечек, как изначально из первого меню. Возвращаемся. Управление приложениями. Список приложений. Показать системные. Настройки устройства Android. Останавливаем. Память. Удалить данные. Окей. Сервисы Google Play. Остановить. Удалить данные. Удалить все данные. Далее мы возвращаемся в самое начало, откуда все начали.
Теперь нажимаем на специальные возможности, которые мы ранее создали, чтобы здесь у нас было видно. Открыть YouTube. Открываю приложение YouTube. Повторяем все то же самое. Не туда, извиняюсь. Так, заходим также в настройки. В принципе, в первый раз с приложениями этого не нужно было делать. Теперь потихоньку возвращаемся, не спеша. Сейчас произойдет магия. Как видим, получаем разблокированный телефон.